около 6. Завтрак у нас последний в приличных условиях. Ты знаешь, что мы нашли в последнюю секунду? Что, оказывается, у нас есть и ложки, и ножи. Мы все обыскали. А оказывается, здесь, ну, вот так стоишь, не видно. А здесь, блин, все есть. Ну, зато наши ножи испытали. Сейчас кофейку пару раз. Все французские дела и в путь. Ну вот и все, мы вышли из гостиницы, собрались. Такой полной сумкой мне еще никогда не было. Номер 32, пожалуйста, следите. Временно закрепил так, не знаю, как себя поведет. Основной номер. Вообще дали только один номер, это я сумки вырезал. Закрепил вот так. Все забито. Сверху она аж распухла. Ну а здесь она прям на последнем винте. Карманы сзади тоже забиты. Еще бутылка дополнительная. Потому что сегодня обещают 32. Пока хорошо по погоде. Вот он, мой боевой корабль. Позволь мне тебя, красавца, снять. Как ты выглядишь? День один. Развернись, HSV фэн. Мюнхен, Берлин, Копенгаген, Рованьеми, Нордкейп. Как себя ощущаешь, день один? Офигенно, отлично. Наконец-то едем. Да, я твой корабль сниму. Колеса одинаковые, только у него Edition Tour de France. Вот Костенька у нас любит вот так лежать. У него еще здесь очень красивый будет телефон стоять. Любитель похавать по дороге, чтобы не заходить никуда. Я его знаю, когда мы с тобой в следующий раз увидимся. Может быть, только в августе. А если это все нам с тобой не надоест, или надоест, может быть, мы с тобой вообще только под Новый год увидимся. Так что желаю тебе хорошего пути. Увидимся еще. Ну, на всякий случай, если что, я вырежу. Хорошего пути. До встречи в Гамбурге. Хорошо. Sembri la figlia di un capo cosacco con quegli stivali e quel nero col bacco. Ai 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 ai. Chiunque ti guarda rimane di stucco ed ogni ragazzo si sente un cagnolo. Не мои знакомые, друзья, семья сделали пожелания. И эти пожелания все отразились на... А сам смотри. Через 15 минут. 20 дней удовольствия. Первые 3 дня точно будет кайф, а потом посмотрим. Как мы с тобой на это согласились, скажи мне? Ты виноват. Полчаса до старта. Смотри, что происходит. Ну, во-первых, вот этот дедушка, ему в обед 100 лет. Поедет вот на вот это. Когда я вот на вот такое смотрю, мне кажется, я воды мало взял. Поеду первым. Показывать дорогу, где, что и как. Hamburgo, Germany. From the north, the very north of Germany, where they speak the perfect Hochdeutsch, no? Yes. Where are you from? Aus Kiel. Aus Kiel, another German guy. Welcome and good luck to you all. Walter, vieni qui per cortesia, vieni davanti. North,
Gate, North Gate, North Gate, North Gate, North Gate, North Gate. Здоровым это назвать все нельзя. О, кто-то уже потерял дорогую штучку. Костенька, такими свежими мы с тобой больше не будем. Я больше чем уверен. Хорошо, удачно старт сложился. Вчера дождь прошел. Так что сегодня, сейчас пока 21 градус и вот немножко с облачками. Прям удачно. Блин, внутри все трясется. Так хорошо. Я больше выглядеть не буду в следующий месяц. Никогда, наверное. Первый этап до Мюнхена, почти 400 километров, выглядит вот таким образом. Это седловина внутри, это Инсбрук. Вот где-то после Инсбрука, перед второй горой, будет сегодня ночевка. Это как такое возможно? Не знаю, как он здесь оказался. Ебнуться, туфли гнутся, Маратушка. Я рад тебя видеть. Все-таки ты с нами на нурке. Ты едешь с нами куда? Вперед. Подожди, нет, я хочу от тебя услышать. Ты куда едешь? Куда доеду? Ты едешь с нами с ночевками? Потому что с ним я не справлюсь, а с тобой я буду рад. Поехали. Дорогой телезритель, вот это сюрприз! Маратушка, я в ахуе. Ты прям молодец! Ты знал, да? Ты знал! Ты знал! С какого момента? С того момента, как я Маратушку пригласил. Это когда случилось? Два назад, наверное, или месяц. Я один был не в курсе. Я один был не в курсе! Но меня это очень радует. О! Чувак везет что-то с собой. Это сильное удивление, это прям как с днем рождения поздравили. Маратушка, ты молодец. Теперь мы точно доедем. Маратушка опять организовывает сложные ситуации, даже в Италии. Tutta la gente si gira, si gira. Quando ti vede passar, non sente più che c'è freddo. E resta ferma a guardar. Sei alta, sei bionda, sei proprio uno spacco con quegli stivali e quel nero.
sei bionda, sei proprio uno spacco, con quegli stivali e quel nero col bacco. Покрыва упоем. Так, что происходит? А, пауза. Ну, ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. 50 километров. Первая пауза техническая. С одной стороны яблоки, а с другой виноград. Интересно так. Это все устроено. Как ощущения первые? Все супер. Все отлично. Осталось всего лишь... Столько же. Ну пока еще чуть-чуть опасновато. Дорожки узкие, а народу много. Еще не знаю, что перед тобой. Некоторые взгляд, у некоторых видели сумки, аж в атаку ссыпают. О, Маратушка, ты блочка где-то взял. Местная? Да, Гамбург. Ты что тут? Так зачем ты с Гамбурга яблоко привез? Это самые большие в Европе поля яблок. Так, ну что-то Костя в группах ехать хочет, и это быстро. А Маратушка сказал, у него минус, потому что что? Я с ним сплю. В гостиницах, а я на улицах в одиночку. Видимо, Костя уезжает от нас сейчас на 50-м километре. Первая дисквалификация с Tour de France за снятие шлема. Резко, дружочек, помнишь вот это место? Я был сверху, ты снизу, помнишь? Вы здесь спали? Да. Вас, если вы теперь не живы. Марат, давай, в вашем возрасте пенсионерском вот эти ваши ролевые игры оставьте. 65 километров, 25 градусов, не жарко. Вот только сейчас попа села уютно. До этого что-то было так и такое впечатление. Блин, ну как, еще не успел поехать, а уже так себе. А сейчас все уютненько. Пока можно себе представить, что можно ехать несколько дней. Пока. Проблема. В один момент задний переключатель перестал переключать. На самую низку упал. Передний работает. Задний не переключает он. Слышь, он хочет. Звук есть. Блядь, что это такое? Блин, никогда такого не было. Почему сейчас произошло? Не знаю, что. Итальянец остановился, сказал, у нас здесь Боцин в 10 километрах, крупный городок. Там магазин. Дал адрес, сейчас еду в этот магазин. Что-то надо сбросить, наверное, где-то cancel найти. Еду сейчас на спереди большая, сзади самая маленькая, 52-11. Я ни в одну гору так не заеду. Магазин, блин, еще сегодня суббота, и они через 40 минут закрываются, ну вроде бы. Ребята должны разбираться с электроникой. Крупный магазин. Говорю, помогите. Сразу сказал, что что-то сделает. Как раз, блин, еще по плоскости едем. Только к первым горам подъезжаем. А они не торопятся, совсем не торопятся. Ну, головой кивнул, я ему в переводчике сказал, что я в соревнованиях. Можно как-то решить? Он говорит, да. Ну и вот я хожу по магазину и жду, пока ребята... что-нибудь сделают. А жесть, электроника, видимо, накрылась. Будет подключать компьютер.
подключили компьютер, обновили всю систему, и основная плата накрылась. А они закрываются. Блин. Короче, хорошо, у них есть новая, и мне придется новую купить. Эта хрень стоит 350 евро. Но они мне за 250 продадут вместе с работой. Пс***. Зато я здесь понта не нашел. А этот хозяин магазина, это два брата. Они тоже были профессионалами когда-то. Смотрите. Вот этот справа, Кристиану, это он мне сейчас будет менять. А слева понтами. Круто. Новую разбирает, поставит мой керамик спид. Я его попросил, а у него времени уже не было, но он мне для этого сделает. Я поеду дальше. 3 минуты длилось, чтобы он мой керамик спид поменял. Хорошо еще быстро, хорошо еще все здорово получилось. Теперь у меня сзади новый переключатель. Сам того не хотя. Ну теперь ты должен, блин, до Норд-Кейпа, ты должен доехать. Видишь, надо да? Auf dem Bild? Видишь, да? Человек легенда. Кристиана Занолини. Это ты? Круто. Ему лет до хрена, он еще лучше и быстрее меня. 56 ему будет. Охренеть. Он весит 20 килограмм. Ой-я! И как войти, я могу дальше ехать. Все. Zeitung hier in Bozen. Этот человек с его братом, они спасли Норд-Кейп, Норд-Кейп спасли, yeah, thank you. Работает все. Dieses ist ein Geld für lange Strecke. Ja, okay, Cristiano, ja, danke. Ciao. Ciao. Ты получишь классную рецензию. Thank you. Zanolini.com. Надо офигенную рецензию сделать. Ребята, это классный магазин. Еще и воды мне дал. Блин, одна проблема решилась, другая нарисовалась. Уехал уже с магазина, вот тот начал закрывать. Я сумку у него оставил. Я свою основную сумку забыл у него. Блять. Я надеюсь, он еще не ушел никуда. Это невероятно. Я успел, он уже уходил. Я, прикиньте, я свою сумку оставил здесь. Блин, думаю... Прыгаю с бордюра, легко, думаю, офигенно, что такое, новый переключатель, потом смотрю, сука, сумку забыл. Вау. Loro non sanno di che parlo, vestiti sporchi fra di fango, giallo di siga fra le dita, io con la siga camminando. Scusami, ma ci credo tanto che posso fare questo salto, anche se la strada è in salita, per questo ora mi sto allenando e buonasera, signore e signori, fuori gli attori, vi conviene toccarvi i coglioni, vi conviene stare zitti e buoni, qui la gente è strana tipo spacciatori, troppe notti stavo chiuso fuori. Mo li prendo a calci sti portoni. Sguardo in alto tipo scalatori. Quindi scusa mamma se sono... Хочу коротко изложить вам свои мысли. По-моему, для первого дня достаточно экшена. По-моему, достаточно. И знаешь, ты едешь, одно случилось. Ты поехал туда, сумку забыл. И такое впечатление, все, я опаздываю. Я уже нигде не успею. А сейчас еду и думаю, это даже еще не начало. Я еще только вот первую сотню приближаюсь. Еще больше 4000 километров. Ты везде успеешь. Если бы даже здесь пришлось до понедельника ждать и искать какой-то новый магазин, чтобы это все найти. Блин, как классно здесь прохладно сразу. Если на улице по 30, то здесь, наверное, 20. Хотя все окна открыты. Опа! Офигенно! Вот тут капает еще. А как на таком склоне можно что-нибудь там спахать, например, или посадить? Отсюда это выглядит, что там ходить тяжело. О, ничего себе.
Офигеть! Я надеюсь, мы прям не на самую макушку полезем. А, ну это, видимо, такая длинная дорога по старой какой-то железнодорожной ветке. Поэтому она ровная, плавная, без резких подъемов. И классная, чё уж там. Здесь такая красота, здесь снять все невозможно. Я уже... У меня места нету уже, наверное. Маленький подъем, чуть жарко. Так, ладно. Ну, такие вот везде. Что-то можно подкрутить, сделать. Ну, соответственно, наберу водички холодненькие. Есть прям новые-новые такие участки. Везде зеркала стоят, чтобы видно было, что там за поворотом. А, за поворотом всего лишь бегуны. А, это же взрыв мозга сразу. Я еще только 100 километров проехал. Может, что-нибудь уже перекусить? Ух ты, какой городишко здесь хороший, с пенсионерами сидячими. Так, ну здесь, наверное, сейчас будет долго длиться. Как красиво, я бы здесь бы и на двое суток. Марат, почему ты здесь не остановился? Поехал дальше ты, что ли? Так, товарищ, я в тебя сегодня почти верить начал. В общем, тридцаточку лупит. Прикольненько. Ладно, еще пока голод не совсем одолевает. Поеду, еще проеду. Маратушка мой, ты где? Радость моя. Io ho scritto pagine e pagine, ho visto sale poi lacrime. Questi uomini in macchine, non scalare le rapide. Scritto sopra una lapide, in casa mia non c'è Dio. Ma se trovi il senso del tempo, risalirei dal tuo primo. Уже 126 километров, больше половины. Я, конечно же, еще никуда не приехал, но уже радует, что больше половины. Нашел булочную прямо по дороге. Да. Сейчас пару булок саваю, тортик. И поеду. Еще и на немецком расскажу. Schönste Verkäufer in Italien. Ja, das glaube ich weniger, aber... Die ich gesehen habe. Wie heißt du? Markus. Markus, ja klar. Самый лучший продавец. Продал мне все, что заходит. Тут у них и напитки есть нормальные, и хлеб есть нормальный. Все, я теперь выживу. Дистанция идет. Я увидел что-то такое, колосится. Подъехал, и никого нету. И велик пусть отдохнет, и я пусть отдохну. Как раз на дистанции с Песто. Еще по-немецки они здесь разговаривают. И вот такая штука, и вот это стоило 9,80, что ли. Что надо сразу сделать? Подключить телефон, подзаряжаться. Ну, блин, много снимаю. И все для тебя, родной телезритель. Ну, мне и самому тоже интересно. И ноги расслабить, стопы. Ой, хорошо. Кайфуши. И один я здесь. Опять жизнь налаживается. Все это холодным йогуртиком залить. И вообще отлично. В жару йогурт классно заходит. Вот где ложка проявляет себя. Пошли горы. Сразу чувствуется, что скорость упала. О, норм. Давай, и обвал, и олени. Давайте сразу в первый день все решим. Посмотрим, справимся, и потом будем гладенько ехать. Интересную особенность заметил. Рельсы. Просто рельсы, как рельсы. А сбоку покрашены в белый цвет. Наверное, нагревается здесь сильно. Io ho scritto pagine e pagine, ho visto sale poi lacrime. Questi uomini in macchine, non scalare le rapide. Scritto sopra una lapide, in casa mia non c'è.
c'è Dio. Ma se trovi il senso del tempo risalirai dal tuo oblio. E non c'è vento che fermi la naturale potenza. Dal punto giusto di vista del vento senti l'ebbrezza. Con la lincera alla schiena ricercherò quell'altezza. Se vuoi fermarmi di testa prova a tagliarmi la testa, perché sono fuori di testa, ma diverso da loro. E tu sei fuori di testa, ma diverso da loro. Oia, водичка охладится. Так обрадовался водичке, что... О, еще один по-русски. А я обрадовался, наверное, что... Да. Слушай, ты материшься? Нет. Давай я за тебя. Давай, хорошо? Давай. Да. Это пи***ц, заебался, так же, как и ты. А ты? Взаимно, естественно. Нормально, а звать тебя как? Герман. Но я думал, что будет страшнее, честно говоря. Погоди. Погоди, Герман, скоро и ты начнешь шматом крыть. Лучше ты... Нет, я смею тебе голову, поэтому я не... А, да? Ну ничего, что я при тебе. Ничего. Личное дело. Я думаю, ты по ходу дистанции выйдешь из этого клуба и начнешь тоже. Не трясти. Но нам повезло с погодой, кстати. Да, лучше так, чем не так. Потому что могла быть жара гораздо сильнее. Как заебись, других слов нету, так я охладился. Все, вот это жизнь с матами, со сложностями. Первая одиннадцатка. Это вниз или вверх сейчас? Вниз, прекрасно! Прекрасное продолжение дня. Вот у этих крестьян, которые вот там, я бы с удовольствием газонокосилку купил, не спрашивая, какой фирмы. Точно хорошо тянуть должна. Как, блин, там? Как? Это же поля какие-то. Как там распахать-то все? Увидишь, чтоб такую красоту, надо, блин, 12 плюс градиент найти сначала. Верующая нация. В Баварии тоже очень много, а туда ближе на север уже почти нету. Север Германии, имею в виду. Первые ледники. На тракторе. Ну что, тоже норм. Шокируйся с разгону вместе со мной об стену. Да что ж это такое красивое. Какой-то городок. Шпар. Ай. Теперь можно здесь салатик какой-нибудь взять. Отличненько. Ноги подзабились. 165. Два йогурта, сэндвичи и интересная штука, такого вот как-то так. Я надеюсь, что это уже готово к употреблению. Прикольная штука. Бутылка воды, все вместе 7 с чем-то. Нормально. В очереди 5 минут. А там в городе, там очень много сейчас все рандонеры вон едут туда. Там наверняка сейчас будет везде очереди. Я даже думаю, этого многовато, но я впихну, чтобы потом только об этом не думать. Наверное, пармезан. Точно Италия. А в магазине по-немецки все разговаривают. Я спрашиваю, я в какой стране? В Италии, уже в Австрии. Она, что ты имеешь в виду? Я говорю, я не знаю, в какой стране. Она говорит, так тебе до Австрии еще целых 15 минут на машине. Костя и Маратушка, кажется, в 5 километрах от меня всего. Они там кофе пьют. Они, наверное, сейчас уже поедут тоже. В принципе, все рядом. О, первые гондолы. Самые подъемы.
sono fuori di testa, ma diverso da loro. E tu sei fuori di testa, ma diversa da loro. Siamo fuori di testa, ma diversi da loro. E siamo fuori di testa, ma diversi. Согласись, это не Израиль. Я ж тебя не обгонял. Меня Андрей зовут. Я же тебя не обгонял. Так. Я сам отрываюсь в обратную сторону. Впечатляющее, конечно, сооружение. Сколько бетона, на какой высоте. Да, поражаешься, конечно, инженерной мысли, ну и вообще возможностям человека. Ну это прям, это грандиозно. Обалдеть. Забором отгорожена железная дорога. Вообще не слышно, не видно. Сколько камня. Ой-ой-ой, ледничок. Говорил же я вам уже про белые рельсы. Вот здесь хорошо видно. Дом Маратушки с Кости показывает мне 1,7 километра до них. Но тут 11%. Блин, красота. Бреннер. Перевал Бреннер. А, вода. Ком. Fast geschafft. Почти. Какой чао, поехали вместе. Невозможно. Как природа и человек так сделали вместе все. Io ho scritto pagine e pagine, ho visto sale poi lacrime. Questi uomini in macchine, non scalare le rapide. Scritto sopra una lapide, in casa mia non c'è Dio. Ma se trovi il senso del tempo risalirei dal tuo oblio. E non c'è vento che fermi la naturale potenza. Dal punto giusto di vista del vento senti l'ebbrezza. Con una lincera alla schiena ricercherò quell'altezza. Se vuoi fermarmi di tempo. Che prossimo, ragazzi, molassi. Первый перевал готов. Сейчас спуск. Приятно посмотреть на эту картинку. Инсбрук проехать, там будет кемпинг, или там ночевать, или осилить перевал второй, а парни там наверху, у них отель. А вот он вокзал, этот Бреннер. Как раз это пол вокзала итальянских, а пол вокзала уже австрийских. Австрия, Österreich. Добро пожаловать. Республику Австрия. Первая страна готова. Ты выехал из Италии. Теперь такой вкусной пиццы больше не будет. Ты въезжаешь в Австрию. Фу, Австрия, это сперва хорошо, потому что сперва вниз. 10 вниз. Отлично.
Да где ж вас носит, Костя, Марат? Я уже, блядь, полдня вас догоняю. А, вот он, наконец-то. Сука. Ты где был? Сколько? Да я полдня вас уже бегал. Я уже пол велосипеда заменил на новый, купил. У меня переключатель сломался, а потом я его чудом заменил. Уехал, а потом оказался заднюю сумку в магазине забыл, прикинь. А он закрыл магазин и уже собирался уходить до понедельника. Ты что, вернулся? И что сделал? Он меня подождал. Молодец такой. Кристиану, вот такой пацан. Пиздец ты, блядь. Маратушка. Я снова рад тебя видеть. Недолго ты меня был рад видеть. Потерялся на каком километре. Ну, видишь, поломка. Но тем не менее, я рад вас видеть. Поехали, поехали. Я уже спать хочу. Покатаемся, пацаны? Пати! Подожди, подожди, а то я опять вас не догоню. Марат, ты увидишь это видео и заплатишь. Тебе видно, что было сегодня солнце, и тебе было жарко. Охренеть. А это да. Тебе, об тебя можно помидорку солить. Весь белый, да? Ну не весь, но. Лежит еще, блядь. На лежаках подъем. 9%. Да он меня уже тоже бесит. Тяжело и... дышится. Ну как бы, блядь, нормально, но это какая-то машина. Кошмар, сколько мы уже преодолели. Сколько камня? 10. Инсбрук. Приехали в Инсбрук, он в горах. Две. Уже почти в Мюнхене. В Мюнхене? Бать ему осталось там. А мы 216 километров против. Обалдеть. О, все, сейчас надо похавать и уже мне постепенно искать, где ночевать. Марат, у тебя твоя сумка соответствует твоему возрасту. Она так немножко поникла, знаешь, так все нормально, поехали. Ничего себе. Все, поехали на второй перевал. До него 41, что ли, до перевала. Он короткий, но жесткий. Средний процент 9, 7, что ли, километров. Если я его одолею, то у меня сегодня будет 260. Но парням все равно надо, у них гостиница после перевала. А потом день забомжую. Первый раз всегда как-то думаешь, а как же я буду ночевать-то сегодня-то, блин? Без гостиницы и без дома. Блин, пешеходы. Тут как бы в трамвайные рельсы не заехать. Инсбрук, это крутой город. Да, в Норвегии будет намного позже темнеть. Через самый центр Инсбрука. Like a dog. Come with me. Let me hear you. Come on.
Маратушка. Заебись. Двадцать один тридцать, уже темнеет, телефон прям намного ярче делает. А я думаю, как же первую ночь ночевать, как будто, блин, никогда в жизни я этим не занимался. Как-то пока так поддергивает меня. Самое главное первую ночь это переночевать где-нибудь, хоть как-нибудь, чтобы потом вкатиться и уже нормально. 2100 набора, а километров у нас 241. 7080 килокалорий. Как тебе такое сжигание, мой дорогой диетолог? И все, кого его слушаются. Приходи, я тебе покажу, как это можно сделать легко. При всем при том, что есть можно все, все. Ага, даже так, под автобаном. Да, мы у подножия, и это подножие, Маратушка, оно пугает. Вот смотри, какой силуэт гор. Это реально жесть. Нам вот как-то через них где-то надо, а отсюда я даже не вижу каких-то огоньков, чтобы там куда-нибудь вверх они уходили. 7 километров, блядь. Может, там веревку нужно и крюки? 7 километров, среднее 9. Это какой-то, какие там будут градиенты? 20? Я пешком пойду. Будем. Давай 500 едем, 500 идем. Ты уже зеленый. Добро пожаловать в ад! А, это мы еще даже не под... Блядь. Четвертая кассета. Есть, бля, возьми поставь, лишнее не будет. А? Че не поставил? Долбоёб? Самокритично. О, какая луна. Здесь по-любому волки. Здесь космос. Блин. Маратушка, я тебя поздравляю, 10% уже. Нормально все, офигенно, только еще одна звезда не помешала бы. А днем здесь трафик, мы бы умерли ехать. Проехали 2 километра в гору. Поверь, дорогой телезритель, этого настолько хватает уже. Я, честно говоря, рад, что за 4000 километров это самая острая гора. Самая острая и одна из самых длинных. Блядь! Вот сейчас еще инопланетяне придут. 2,5 километра в гору. Сейчас послушаем изливание Марата. Лучше в это утром ехать. Марат, у тебя щечки впали, как у Бьерн Даллина. Ты прям один в один сейчас. Больше у меня мотивации чуть никакой пока нету. Блин, сейчас еще поднимемся. Как ты, блядь, после такого уснешь? Или наоборот уснешь на любом пороге? Пока не кайфово. Очень, блин, не кайфово. Спина отваливается. Офигеть, Марат, ты кого спас? Ёбаная бутылка. А бутылка? Я думал, еж побежал. Я реально думал, ты ежа спас от машины. Ратушка, как сейчас рестартануть? Сука, в 12%. Как, блядь? Соберешься на Норкейп? Спроси меня сначала. Сначала. А рестартовать никак. Только вот. Иди до выположивания. Выположение это только на макушке. В принципе, темп езды, ходьбы такой же или быстрее, как езды. Прям скорость такая же, а спина в расслабоне. Хорошо, Марат не смог рестартануть. Подсказал, что можно, оказывается, пешком ходить в 12-13%. Офигеть, блин! Когда это закончится? Маратушка, ты специально место выбрал? А что? Назад посмотри. Да-да, я специально для тебя хотел сказать, не успел. Зачем ехать, если идешь пешком быстрее, и мне кажется, это даже для ног лучше, не так забивает. Я сейчас обратил внимание, пульс на 10 ударов меньше.
осталось километра 3, да? Уже чуть-чуть зеленое стало видно вот здесь. Да, но зеленое тоже, наверное, на спуске будет. Во, вот здесь. Прям вот здесь, если бы не Марат, я прям бы вот где-то вот здесь бы и остановился спать. Как раз 2 километра до вершины. Но пойдем с Маратушкой прогуляемся, Марат. Ну да, когда ты еще пальпа. Как тебе вечерняя прогулка? Я думаю, что ноги нам сейчас скажут только спасибо. А, кстати, сейчас реально другие мышцы работают, задница отдыхает. Офигеть, айфон снимает. Эту гору так хорошо видно. Глазами ты ее не видишь. Обалдеть, какая она громадная. Мы дошли, доехали, дошли. Я очень рад. Сейчас мы спустимся. Я умою попу салфетками, намажу ее толстым слоем бипантена. Найду какое-нибудь ровное место. Лягу спать. Я вас, нас поздравляю. Смотри. Где, блин? Да, я тебя за ручку подержу. Ты молодец, мы это сделали. Давай так. Маратушка, это было... Это не было здорово. А теперь мы поедем вниз. Но план Геннопери выполнил. Уже 260. Дорогой телезритель, смотри. Вот из такой штучки превращается вот такая куртка. Фу, советую. Сейчас у нас будет спуск, и нам нужно вниз спуститься. Так, давай, я быстренько заберу камеру у этого испанца-итальянца. То уже 5 раз мне на телефон натыкал. Thank you. О, оделись, сейчас спускались. Замерзли, капец, холод такой. Осталось 2 или 3 километра до отеля Марата. Ну и мне где-нибудь я там завалюсь. Уже сейчас еду, смотрю, много мест, где можно лечь, поспать. Довезли Маратушка до отеля. Вот здесь. А я смотрю, здесь пол деревянный. Кто-то будет против, если я вот здесь лягу? Я в 6 уже уеду отсюда. Двести шестьдесят четыре километра. Все, буду пробовать. Самое главное, ровно. Чуть-чуть света есть. Ну, короче, вот здесь ровно. Ну, мне этого достаточно будет. Вот здесь вот сейчас расстелюсь и до 6 часов. Ну что, дорогой телезритель, никогда не думал на остановке под лавкой. Очень уютно тут, кстати, очень тепло. Let me hit it. Let me hit it from the back and attack like that. Let me hit it. Let me hit it. Let me hit it from the back, 'cause you like it like that. Let me hit it. Let me hit it. Let me hit it from the back and attack like that. Let me hit it. Let me hit it.